Всем привет, разблокировка аккаунта Google на примере Honor 7a. Вот мы дошли до Wi-Fi, пропустить он нам уже не дает. Все, данный способ актуален на начало 2022 года, не знаю, как будет дальше, но пока работает. Подключаемся к Wi-Fi, сейчас пароль введу. Нам не понадобится ни компьютер, ни аккаунт Google, ничего не понадобится. Все, подключилось. Нам назад он выйти не даст, куда нам надо. Все, перезагружаем его. Да, извиняюсь, что в таком виде телефон. Ну, какой дали, такой дали. Тут я уже ни при чем. Камера тоже пострадавшая и экран тут. Ну, экран будет меняться. Да, не забываем, что разблокировка краденных, найденных, утерянных телефонов – это уголовно наказуемое деяние, и не стоит разблокировать чужие незнакомые аппараты, если нет на них документов. Можно так-то тоже подъехать вместе с тем, кто украл телефон. С найденными попроще, там, ну, заберут, да и все, а вот с краденными там посложнее, можно и за соучастие пойти. Так, все, телефон перезагрузился, давайте в экстренный вызов идем. Ничего качать нам не надо. Экстренный вызов у нас 112. Для тех, кто не знает. Нажимаем вызов, потом резко сбросить и попадаем в календарь. Смотрите. Вызов. Сейчас пойдет вызов. Вот, вызов пошел. Сбрасываем и в календарь. Так, не попали. Еще раз давайте. Не успели. Вот, все, попали в календарь. Так, здесь включаем, да? Да, вызов у вас тоже сбросится. Давайте создать. Кнопка создать. Название пишем хаотичное вообще, без разницы. Потом кнопка еще. Так, у меня лампа маленько светит, да? Описание. И пишем сюда www.youtube.com. YouTube. Так, с этой трещины я маленько не вижу. Точка. Да, вот эти вот удаляем, пробелы все. Если у меня W одна не поставилась, удаляем. Так, и тут пробел тоже, да, все. И галочка сверху сохранить. Сохраняем. Так, появилось напоминание. Открываем. Нажимаем на YouTube. Попадаем в YouTube. YouTube у нас не открывается. Вот этот метод. Там, где не открывается уже YouTube. Заходим через Chrome. Можно через Яндекс, но мне удобнее через Chrome. Как бы больше. Продолжить. Здесь я обычно выбираю Google. Ну, тоже без разницы, что выберете. Здесь пропустить вход в браузер. Если нажмем подтвердить, то мы обратно на страницу подтверждения аккаунта перейдем. Так, заново заходим в Chrome. Он нас еще раз выкинул. Все. Поисковик пишем telied.ru. Привет, Плюско Михаилу за telied.ru. Вообще, мужик огонь. Идем дальше. Файлы. Так, три полоски. Файлы. Нажимаем на шапку. Файлы для снятия блокировки. И идем в самый низ. Вот до этого пункта. Вот открыть настройки. О, открыть настройки нажимаем. Так, нажали не туда. Ну, в принципе, можно было, наверное, задать пин-код, но как-то я тут метод не проверял через задать пин-код. Я обычно через настройки. И мы идем местоположение защита, блокировки экрана. Все, блокировка экрана у нас провести по экрану. Мы делаем графический ключ. Ключ делаем хаотичный. Далее. И подтверждаем наш ключ. Есть. Все. Готово. Теперь идем назад. Все, кто не видит, вот так делаю. Идем просто назад. Все, вышли отсюда. Идем. Все, подтверждение. У нас здесь уже подключен Wi-Fi. Для тех, кто не помнит. Далее. Настроить как новое.
и вводим тот ключ, который мы ввели. Там, да, там не отображается, кстати, ключ, который вводится. А нужно запомнить, что ввели, и именно так же ввести. Иначе ничего не выйдет. Все. И появилась кнопка «Пропустить аккаунт». Пропускаем аккаунт, пропускаем все настройки. Здесь совсем соглашаемся. Да, телефон у нас не отличается быстрой производительностью, конечно, такой себе телефончик, но, тем не менее, как звонилка с выходом в интернет, вполне себе подходит. Все, начать. Так, тут еще что-то предлагает, по ходу дела, мне скачать. Сейчас посмотрим, что предложит. Давайте назад нажмем. Да, все, рабочий стол. Ну, можно сделать сброс, можно сброс не делать, просто убрать пароль. Телефон у вас уже должен был быть сброшен, раз он у вас заблокировался на ФРП. Вот такой простой метод, без скачивания приложений, без аккаунтов левых, без всего, просто у нас ручная разблокировка. Ну, не забываем ставить лайки, подписываться на канал. С вами был Руслан, и до новых встреч надолго. Не прощаемся.